На улицах Петрозаводска необычная кавалькада. Поток машин направляется к городскому ЗАГСу. Здесь состоялась торжественная регистрация 200-тысячного жителя столицы Карелии. Виновник торжества, маленький Костя Кабышев, оказался равнодушным к шумной славе. Поздравления принимали его родители, Нелли и Николай Кабышевы. Она инженер, он сверловщик завода «Тяжбуммаш». Председатель исполкома Петрозаводского горсовета Сипсяков вручил им памятную медаль и ключи. Семье Кабышевых, которых стало теперь четверо, предоставлена отдельная квартира. Человек родился. Большого ему счастья!